Ура! Здорово! Проходим! Пенумбру! Уже финал. Типа чё? Я не буду смотреть, как род людей уничтожает тебя. Типа был завал? Больше жалости. Типа я двигаюсь к хуёвой концовке? Или чё? Я что делаю не так, это какое-то испытание. Самое очевидное решение вовсе не обязательно должно быть самым правильным. Я здесь! Передай мне эту трубку! Я вытащу нас обоих! Давай, у нас нет времени! Ну я ж не знал, блядь, извини. Готово, стой здесь. Я вернусь. Выручил, приятель. Будь здоров. Что он сказал? Ну уеби ты с ноги по ней.
Господи, можешь пилой ебануть об дверь. Замок довольно слабый. Да я же даже не вижу, здесь есть чем ебать или нету. Серьезно? Типа вот так это работает? Колокольчики играем, да? Смерть — необходимая часть жизни, но не всякая смерть необходима. Спасибо тебе, человек. Давай же кончай свои вот эти вот хуёвины всячески. Как странно чувство, я будто все знаю, я будто часть чего-то большего, связанного со всем и всеми. Один. Не открыть, один, да? Куда-то поставить. Ладно. Так странно, будто часть не умерла. Тяжелый камень, дверь своими силами, мне ее не открыть. Так она и так открыта. Так. Мне жизнь выел лошадь возьми. Так сейчас мы уйдем, надо принимать за дело, это получится, что поймешь ни за что. А, типа... Что там затикало? А он умер. Понятно. Ну ты пиздец, вот к... Да все, хуйню я провалил, да? Чё? Я один, но моё число беспредельно. Давай, перезапускай.
Думать как, блять, знаешь, что нахуй думать как? Думать как, блять, иди нахуй. Думает он как. Дебил конченый. Три раз открыли. Да как-то так-то, блядь, ты? Я один, да иди нахуй ты один. Но моё число беспредельно. Может, его надо запереть? Иди, ну, блядь, заебал. Там дверь открыта. Но так как он тупой, он говорит, что дверь открыта. Точнее, закрыта. А. Сука. Я понял. То есть дергай рычаг. Если эти ебланы так думают, то пошли не нахуй. Вот все, теперь я время застопорил. Теперь мы берем эту хуйню и тащим его туда. Вот, смотри. Открылась дверь. Теперь сами выходим отсюда. Все. Мы его там закрыли, хуя. Теперь у нас тут ловушка. Самопожертвование? Ну давай. Я все еще тут. Тут всегда. Да, ебаное самопожертвование. Какая-то хуйта. Теперь он скажет, ага. Это я, мертвый. Я пожертвовал собой, чтобы другой человек мог выжить. В то же время я тот другой человек, кажется мне. Между мной и кем-то другим нет особой разницы. А теперь смотри. О, блядь, кубические исчезающие цветы. Все хорошо, человек. Да, действительно. Создание, как ты.
Себялюбие было бы смертельным. Ты доказал, что можешь мыслить выше, чем ты сам. По этой причине я открыл тебе то, что я открыл для Гопарда. Для бати моего? Ну-ка давай посмотрим, что там. Что там у тебя? Сейчас пытание. Много миллионов лет давно я пришел в это место, пока род людей не встал на ноги. Потом шло время, и здесь тоже пришел род людей. Он нашел для меня имя демон Турнгайд. Мы жили много лет в гармонии. Я во сне внутри того, кого вы зовете инфицированный. А они, получая от меня знания и защиту. Но род людей изменился, и я бежал. Так у вас много силы, много вопросов, но нет разума, чтобы ответить на них. Человек растет, хочет образовать единое общество, но тогда он становится сильно опасным, сильно злым, без направления для его гнева, кроме самого человека и его мира. Затем меня отыскали. Человек создал это место. Чтобы разыскать меня и чтобы замолчать меня. Замолчать? Они решили открыть мое место покоя. Они хотели убить меня. Я не знаю, как защищаться, но я могу нападать. Я не варвар, и я не захватчик. Напал человек. Напал человек. Но ты человек другой. Ты доказывал это, и теперь я прошу за твою милость. Не дай мне исчезнуть из-за твоей расы. Она точно уничтожит меня. Эти пришли сюда за инуитами, а ты пришел за ними. И придут еще. Ты скажешь им, ты уничтожишь любой след этого места, так, чтобы никакой человек не нашел меня заново. Ты сделаешь это для меня. Так, нам надо уничтожить, взорвать, то есть самоубийца. Новое письмо. Создать.
Мне от тебя кое-что нужно. Возможно, ты не поймешь этого. Возможно, не чуть темный экран-то, блядь. Мне что делать? Надо думать, думать, думать. Заработал. Она спросила, ты сделаешь это для меня? Я пообещал Тунгалиту, что найду кого что-то там, кому нужно доверять, и что они уничтожат все, что указывается это место, как и хотел так мой отец. Однако я не повторю его ошибок. Надеюсь, теперь ты понимаешь, почему я здесь. Понимаешь всю важность моих слов. Ты должен сделать то, чего я сделать не смог. Тунгалит прав. Мы люди очень опасные, безголовые стадо. Но по отдельности каждый из нас умен. Сотрудники Мануика хотели найти и подчинить себе Тунгалита. И он обратился ко мне за помощью. Тунгалит ставил на мне эксперименты, и я танцевал под его шарманку, как обезьянка. За которую меня тут и держали. Но я не обезьяна. Тунгалит был прав, я совсем не похож на нее. Я обещал отправить тебе это письмо, я обещал, что короче, блядь, если нам повезет, то к тому времени, как ты прочтешь это, я буду уже мертв. А если не повезет, то сгинем мы все. Тарап-та-тап. Корняты северо-западной шахты. Тыры-пыры, растопыры. Убить их. Всех убить. Это все? Типа вот такая вот вся второй дневники мертвецов. Осталось только третья, реквием. Ну как там будут обстоять дела? Не знаю, опять эта музыка. А, короче, вторая часть, наверное, будет поинтереснее, чем первая. Несмотря на то, что убрали умение драться. Но она также и говёная тем, что... То есть, совершенно не объясняют вот эта новая фишка, что можно вещи ломать. То есть, даже про обучение там об этом не говорилось, что можно разбить замки, может какие-то трубы поломать. То есть, приходится как придурку бегать. И почему-то монетка одна... Да, вот это расплющенное. Вначале она работает, потом же она не работает. То есть это так тупо, так глупо. А враги такие тупые. Я играл хоть на среднем, мне кажется, даже и на сложном, они были бы такие же тупорылые. То есть можно просто с них бегать. Им вообще до хрена. Загадки такие же, как и в первой части, неадекватные просто. Игра напугала всего лишь два раза. Это были шумы просто. Просто шум. И это не страшно. Ну как, так, в общем-то. Ты просто идешь, у тебя резко что-то стучит. Вот так же можешь пойти, ночью в туалет выйти, а у тебя, знаете, кастрюля упадет, там, не знаю, с полки скакнуть или еще что-нибудь упадет. Ты так же обосрешься просто от внезапности. Все. Давай, счастливо тебе.